Русская эскадра – тактическое соединение кораблей вспомогательных военных судов Российского императорского флота, а также мобилизованных пароходов, участвовавших в эвакуации из Крыма военнослужащих русской армии генерала Врангеля и гражданского населения, не принявшего большевизм, существовала в 1920-1924 годах. История 10 ноября 1920 года началась эвакуация Крыма, которой завершилась отступление русской армии. В течение трех дней на 126 судов были погружены войска, семьи и офицеров, часть гражданского населения крымских портов, Севастополя, Ялты, Феодосии, Керчи и Евпатории. Общее количество добровольных изгнанников составило около 150 тысяч человек. 21 ноября 1920 года флот был реорганизован в русскую эскадру, состоящую из четырех отрядов. Ее командующим был назначен контрадмирал Кедров. 1 декабря 1920 1920 года Совет министров Франции согласился принять русскую эскадру в порту Бизерта в Тунисе. Переход русской эскадры в Безерту происходил в период с 8 декабря 1920 года по февраль 1921 года. На кораблях помимо матросов и офицеров флота находилось около 5400 беженцев. С января 1921 года по 29 октября 1924 года русская эскадра находилась под командой Контрадмирала Беренса в период с 1921 года по 1923 год силами морских офицеров русской эскадры под руководством Н. А Монастырево выходил в свет машинописный «Безертинский морской сборник. Состав русской эскадры постепенно сокращался из-за нехватки средств, вплоть до полного списания личного состава на берег в конце 1922 года. Уничтожение кораблей русской эскадры производилось силами французских властей часть кораблей были увидены из порта и присоединены к флоту Министерства торгового мореплавания Франции. Часть досталась итальянским и мальтийским судовладельцам. 30 октября 1924 года, после признания правительством Франции советского правительства, русская эскадра была официально расформирована. В конце декабря 1924 года в Безерту прибыла советская техническая комиссия во главе с академиком Крыловым. Комиссия составила список судов, которые должны были быть переданы СССР. В Западной Европе поднялась волна протестов против выполнения франко-советской договоренности по части передачи эскадры, и Франция уклонилась от выполнения соглашения по флоту, оставшиеся в порту безертые корабли были проданы на слом командования эскадры. Командующий 21 ноября 1920 года, 31 декабря 1920 года, вице-адмирал Кедров М. А. 31 декабря 1920 1920 года, 29 октября 1924 года, ВРИД, и Д. Контрадмирал Берин Сейма, начальник штаба, 21 ноября 1920 года, 29 октября 1924 года, контрадмирал Техмини а. Фаи, состав эскадры, линкоры, дреднольд, генерал Алексеев, командир, капитан первого ранга, Федяевский, эскадренный броненосец, Георгий Победоносец, командир, капитан второго ранга, Савич Пп. П. Крейсеры. Генерал Корнилов. Командир, капитан первого ранга Потапьев. В. А. Алмаз. Командир, капитан первого ранга Григорков В. А. Эсминцы. Капитан Сакин. Командир, капитан второго ранга Асталопов А. А. Беспокойный. Командир, капитан второго ранга Новиков БЛ. Дерзкий. Командир, капитан первого ранга Гутанен Р. Гневный. Командир, старший лейтенант Демченко Г.П. П. Поспешный пылки. Командир, капитан второго ранга Кублицкий. И. Церега. Командир капитан второго ранга Задлерен. жаркий, командир старший лейтенант Манштейна, звонкий, командир старший лейтенант Максимович, М. Зоркий, командир, капитан второго ранга Зилов В.А. Подводные лодки, Тюлень, командир, капитан второго ранга Копеф, М, Буревестник, командир, старший лейтенант Афенберг С. Ак-22, командир, старший лейтенант Матыевич Мацевич К. Л. Утка, командир, капитан второго ранга Монастырь Ф.Н.А. Канонерские лодки, Страх. H, командир, капитан второго ранга Любика, Г. Грозный, командир старший лейтенант фон Веренер, Э. E, Якут, командир, капитан первого ранга Китица Найма, посыльное судно Лукуэль, командир старший лейтенант Степанов Бен, тральщики, Китобой, командир лейтенант Ферсмано, А. Альбатрос, командир лейтенант Ферсмано, А. Баклан, командир лейтенант Ферсмано, вооруженные ледоколы, всадник, командир старший лейтенант Вигберкев, Э. E, Джигит, командир, капитан первого ранга Вилькен В. Э Гайдамак, командир, капитан первого ранга Вилькен ВВ, сторожевой катер, капитан два ранга Медведев, командир, штабс-капитан Поляков Е. -А, гидрографические суда Веха, командир, штабс-капитан Поляков Е. А. Казбек, командир, штабс-капитан Поляков Е. -А, ледокол Илья Муромец, командир, капитан второго ранга Рыков Е. -А, Транспорт-мастерская Кронштадт, командир, капитан второго ранга Мордвинов КВ, база подводных лодок, добыча, командир, капитан второго ранга Н. А. Краснопольский, учебное судно «Свобода», командир, старший лейтенант Рыбина Г. Танкер, Баку, буксиры, Куланд, командир, старший лейтенант Иваненко Н. Черномор, командир, капитан второго ранга Берилев В. А. Пельбек, Севастополь, пароход, великий князь Константин, транспорты, Дон, командир, капитан один ранга Зеленый С. И Крым, командир, подполковник Андрасов Я. Сдаланд, командир, капитан один ранга Подгорный Я. И Ш. Шилка, командир, капитан, два ранга, Нелидов Д. Д. Самара, командир, контрадмирал, Зайфа Н. Екатеринодар, командир, капитан, два ранга, Ивановский П. А. Рион, командир, капитан первого ранга, Длуския П. Инкерман, командир, капитан торгового флота, Гальченко Патик, командир, капитан второго ранга, Дон В. П. Ялта, командир, капитан два ранга, Федосеев Н. Б. Сарыч, командир, капитан второго ранга, Киселев Осторожный Туркестан Ольга Заря Псизуапи номер 410, номер 413, исторические документы, первоисточники, в 1993 году документы, освещающие историю русской эскадры, начало передавать в Россию американо-российское культурно-просветительское благотворительное общество «Родина». Документы были переданы Центральному музею вооруженных сил, приказ главнокомандующего русской армии номер 4187, приказ главнокомандующего русской армии номер 6000. 1793 приказ командующего русской эскадры от 7 декабря 1920 года. Библиография КВ. Махров, русская колония в Тунисе, 1920-2000 сборник М. Русский путь 2008. Аяс БН- 978-5, 858-87-299-3, Колупаев В. Е. Русский флот в Африке, военно-исторический архив М. 2002, Н. 8. 26. Паново М. Русский Тунис. Тунис, Русская мысль, Париж, 1998, Н4247-14, с Безертинский морской сборник, 1921-1923, Указ, СТ, Биографии, Авт, Рос, Фонд культуры, СОСТ, ВВ, Лобыцын, М, Пашков, Дом, 2039 секунд, Ио Портер, Горячкин, ГВ, Русская иммиграция в Египте, Тунисе, ГВ, Горячкин, Узники, Безерты, Док, Повести о жизни русских моряков в Африке, в 1921. 1920-25 годах Сост и Придесель Сергей Власов, Рэд, Наталья Алексеева М. Рос, от а. Геордина СВ. Константина Великого 1998-272 секунды Л. Ц.В. Ил Ил и содерж о а. Крымской эвакуации. Фрагмент воспоминаний Ген П.Н. Врангель. Поход в Бизерту. Фрагмент воспоминаний. аварник Что было потом после Безёрты. Фрагмент воспоминаний Н. Оленикова. А. Безерский крест. Очер Н. Андреев. Осколок империи. Очерк Н. Черкашин. Ширинская обезерта. Последняя стоянка. А. Ширинская. СПБ. Отечество. 2003. 343 секунды. Л. ЦВ. Ил. Ио Портер. Языков. ГЛ. Эвакуация Черноморского флота из Крыма в Безерту. В 1920 году. Новый часовой. 1996. Н. 4С. От 160 до 166. Инш. Мех. Лейтенант Кадесников. НЗ. Краткий очерк белой борьбы под Андреевским флагом. На суше, морях, озерах и реках России. Нью-Йорк. Издание автора. 1965. 80 секунд. и русской эскадры. Монастыря Вагали. Безерта. Площадь Анастасии Ширинской. Энгутан. Краткий очерк действий флота при эвакуации Крыма в ноябре 1920 года. Морские записки.